қайырлы күн құрметті әріптестер бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер бүгінгі баспасөз конференциямыз осы аптада мемлекет басшысының қатысуымен өтетін республика судьяларының жетінші сезімен мен ағымдағы сот төрелігін жүзеге асырудың қорытындысына Арнал Вотер. Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции о предстоящем седьмом съезде судей республики и итоги реализации плана нации. 21 -го ноября текущего года в столице во Дворце независимости пройдет седьмой съезд судей, который является главным форумом судейского сообщества, на котором определяются стратегические вопросы по дальнейшему развитию судебной системы страны. Данное мероприятие проводится раз в четыре года и на предстоящем съезде ожидается принятие нового Кодекса этики судей. Более подробнее обо всем об этом расскажут наши гости. Председатель Союза судей Республики Казахстан Олембеков Мусабек Тургумбекович, судья Верховного суда Республики Казахстан Марзаке Галмаджан Жаралкасанович. Хурмета Хунахтар Хошкелингсдер, Мусабек Тургумбекулу, Алгашко Сюзкази Рахмет. Хурмет Ханамдар Мемрзалар. Джима Бранджа Карашагуна, Астана Халаснда, Тайвуд Сиксарайнда, Елимс СИЕЗі елбасының қатысуымен өтеді деп күтілуде съездің жұмысына қонақтармен қоса делегаттарды қосқанда бас аяғы жеті жүздей адам қатысады деп күтіп отырмыз ә, бүгінгі кездесудің негізгі міндеттерінің біреуі ә, біздің қоға, сіздерді және қоғам мүшелерін әрбір і ә, азаматымызды ә, 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 съезде көтерілетін мәселелер төңірегінде Что съезд это главный форум судейского сообщества, который проводится раз в четыре года. Всего со времени обретения независимости республики проведено шесть съездов, почти все они прошли с участием главы государства. Что свидетельствует о большом значении, которое придает президент судебной системе. На этих форумах подводятся итоги, и ход развития органа правосудия определяется дальнейшие стратегические векторы для его совершенствования. Особенность, особенность этого высокого собрания в том, что на его площадке может выступать любой судья, и, как правило, выступает в основном судья районного звена. Решение о проведении съезда принято Центральным Советом Союза Судей 10 декабря 2015 года с определением квоты представительства один делегат из 15 членов Союза Судей. Судейское сообщество подходит к съезду с определенно положительными результатами. Система качественно и своевременно приняла меры по практической реализации задач, предусмотренных планом нации по обеспечению верховенства закона. Об этом более подробно будет рассказано на съезде. Достигнуты цели, поставленные руководством страны на предыдущем шестом съезде. Безусловно, на предстоящем форуме будет обстоятельный разговор о, приоритетных, о приоритетах дальнейшего развития, совершенствования судоустройства и судопроизводства. Одним из главных вопросов повестки дня съезда стоит обсуждение проекта принятия нового кодекса судейской этики. В законе, регулирующем деятельность судебной системы и судей, невозможно предусмотреть все. И поэтому этот документ чрезвычайно важен для судей. Не случайно его утверждение возложено на съезд с участием всех делегатов. Проект разработан рабочей группой и вобрал в себе многочисленные предложения и замечания не только собственных судей, но и простых граждан. Следует отметить, что документ, предусматривающий морально-нравственные принципы, стандарты поведения судей под названием «Кодекс этики судей», он у нас действующий имеет место. Данный действующий кодекс был принят в 2009 году на таком же съезде. Однако с того времени прошло определенный период, и некоторые нормы требуют корректировки. Тем более мы за это время стали членом Международной ассамблеи Ассоциации Судей Мира и приняли за основу бангалорские принципы правила поведения судей, которые мы имплементируем в новом проекте Кодекса судейской этики. В новом же проекте наряду с принципами, стандартами, нормами поведения судей в различных жизненных ситуациях, в отношениях с окружающими, в быту на службе разработаны конкретные рекомендации преследующий одну цель – судя своим обликом, поведением, отношением к работе, уровнем культуры, знаниями должен соответствовать своей высокой должности. Именно такие нормы заложены в бангалорских принципах поведения судей, которым мы всецело придерживаемся. Проект нашего кодекса обсуждался в такой авторитетной международной организации, как Венецианская комиссия, и был одобрен ею. Несколько слов о происходящих в судебной системе в настоящее время событиях. Ключевым вопросом реформирования является тщательный отбор кадров для судов. Установленные высокие стандарты кандидатам на должность судей обеспечат привлечение к судейскому корпусу высокопрофессиональных юристов. Конкретно, что было сделано за это время. Первое. повышена планка требования к лицам, претендующим на должность судей. Отныне судьей может стать гражданин, имеющий не менее 5 лет стажа в качестве непосредственного участника специалиста в судебном процессе, либо лицо, имеющее стаж не менее 10 лет юридической специальности. Действующий квалификационный экзамен дополнен психологическим тестированием, а также полиграфологическим исследованием детектором лжи. В целом процедура квалификационного, квалификационного экзамена состоит из трех этапов. Первое, это тести компьютерное тестирование на знание законов и способность применения на практике. Второе, второе практика этих знаний э, и проверка их э, по экзаменационным билетам. Вопросы, которых моделируют конкретные ситуации из судебной практики. И третье, психологическое тестирование. Введена годичная стажировка суде с отрывом от производства, с установлением заработной платы. Есть также требования о личном поручительстве в отношении кандидатов на должность судьи областного суда и Верховного суда. Уже в текущем году, году по новым правилам назначены 120 судей. По результатам первого года работы будут проведена оценка их профессиональной деятельности. Второе. При Верховном суде на базе прежнего института правосудия создана Академия правосудия. Академия работает по трем направлениям: первое направление – обучение по специализированной магистратуре, последующем повышение профессионального образования действующих судей, работников в судебной системе; далее научные исследования в сфере, в сфере судебной деятельности. Это, мы уверены, обеспечит прочную связь науки, обучения и практики, а в, конце, в конечном счете обеспечит качественную подготовку переподготовку судейских кадров. Третье. Усиленное требование к действующим судям. Коренным изменениям подверглась судебная работа судебной жюри. В его составе теперь действуют две комиссии – квалификационная и дисциплинарная. К задачам жюри относится оценка профессионального уровня судей через каждые пять лет, а также проверка знаний при участии в конкурсе на должность в вышестоящем суде. При этом тщательно анализируются все предыдущие деятельности судьи, качество его работы результаты проверок по обращениям граждан. Всего через эту процедуру в текущем году пройдут впервые 1220 судей республики. Уже проведена такая оценка в отношении 906 судей, свыше 40 из них получили неудовлетворительную оценку. Мы придерживаемся мировой практики, когда эту оценку проводит само судейское сообщество – то есть судьи определяют, может ли их коллега в дальнейшем работать в судебной системе. При этом абсолютно исключено такое понятие, как корпоративная солидарность. Вторая комиссия позволяет всем гражданам обратиться к ней на деятельность судей, не связанной с процессуальными нормами. Таким образом, налажен действенный общественный контроль, соответствующий принципам меритократии. Четвертое. Совершенно, совершенно на новых принципах формируется и работает Высший судебный совет – который отныне самостоятельные, автономное государственные учреждения. В его составе авторитетные судьи, судьи в отставке, представители научной, юридической общественности и адвокатского корпуса. В вопросах формирования судейских кадров в соответствии с новыми требованиями усилена роль общественных организаций, неправительственного сектора, средств массовой информации. Словом, суд теперь не какая-то закрытая корпорация, а вполне доступный для всех орган, к примеру, в общественном совете Алматинского городского суда сегодня действует, принимают участие два ректора университетов, представители палаты предпринимателей, представители профсоюзов, журналисты разных газет. Аналогичное положение сегодня в общественных советах во всех областных судах республики. Республиканское общественное объединение «Союз судей Республики Казахстан» – это не правительственная, не коммерческая организация – она создана создан на первом съезде судей в 1996 году, осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, самоуправления, законности и отчетности. Членами Союза могут быть как судьи, так и судьи, пребывающие в отставке, либо вышедшие на пенсию. Членами нашего союза сейчас является 2700 человек. Высшим органом союза является съезд, который избирает своего председателя. У всего судейского корпуса очень высокие ожидания от предстоящего съезда. Особый интерес вызывает выступление главы государства, которое даст оценку нашей работе, предложит, возможно, новые задачи в целях дальнейшего развития и совершенствования правосудия. Уверен, съезд вызовет большой интерес у наших граждан, поэтому полагаю, что средства массовой информации достаточно. Осветят работу съезда. Во дворце независимости созданы все необходимые условия для их работы. Сейчас в Верховном суде идет аккредитация. Мы э, с огромным удовольствием готовы вас принять там. В целом, значит, вкратце, вот такая информация. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Келес. Разрешите вас проинформировать о проделанной судебной системе работы по практической реализации плана НАТО. 100 шагов, конкретных шагов в рамках пяти институциональных реформ, одним из направлений которые является верховенство закона. Прежде всего хочу отметить, что благодаря современной реализации, своевременной реализации целого ряда законодательных и организационно-правовых мер удалось при кардинальной перестройке судебной системы сохранить высокий уровень эффективности работы судов. Первый шаг – оптимизация судебной системы, шаг 16 предусмотрен планом НАТО. С 1 января 2016 года вступил в действие впервые публично подписанный главой государства Гражданский процессуальный кодекс и уголовный процессуальный кодекса, принято сопутствующие к нему законы. Судебная система Казахстана перешла от пятизвенной системы к новой трехзвенной модели судопроизводства. Такая модель судопроизводства соответствует международным стандартам, обеспечивает стабильность судебной практики, исключает искусственную балакиту при отправлении правосудия, упрощает процедуру доступа к правосудию и существенно сокращает время принятия окончательных решений. Сокращение кассованных инстанций областных судов позволило укрепить апелляционные суды за счет сокращения нагрузки повысилось, повысилось качество отправления правосудия местными судами. Проведенный анализ судебных акта, вынесенных после введения в действие Гражданского процессуального кодекса, показал ее высокую эффективность в защите и восстановлении нарушенных прав, а также законов и интересов граждан. Если при старой системе правосуда отдельные категории дел рассматривают за полутора лет, то сегодня они возвращаются максимум за 8 месяцев. Значительное число дел за счет законодательного ограничения подсудности Верховного суда теперь завершает рассмотрение на уровне апелляционных инстанций областных судов. За 10 месяцев э, текущего года более половины гражданских дел, или конкретно 58%, рассмотра порядка упрощенного судопроизводства. Более 82% гражданских дел рассматривается в одном судебном заседании. На 70% увеличилось количество дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора, в три раза с применением института медиации. Применение медитативных процедур в уголовном производстве увеличилось на аж 70%. Для расширения применения института досудебного и несудебного регулирования споров Верховным судом подписан меморандум по развитию института медиации с Ассамблеей народов Казахстана. Аналогичный меморандумы заключены со всеми акиматом областей. На четверть возросло число рассмотренных уголовных дел ускорено на судебном расследование и согласительном производстве почти два раза в сокращенном порядке. Коллекционные требования Шаг 17 плана нации. Кардинально, ну, на этом уже остановился Мусобек Турномеч, поэтому я а, единственное скажу, что Высший судебный совет сегодня со своим аппаратом самостоятельно проводит эту работу процесс процесс, включены общественные советы. Академия правосудия, шаг 18, также Мусобек рубек в своем выступлении этот вопрос осветил. Единственное что хочется дополнить, что Академия позволит максимально сблизить учебный процесс и субъективную практику, повысить квалификацию действующих судей на системной основе. Усиление подотчетности судей, шаг 19. -е. 22 февраля 2016 года в указом главы государства утверждено положение судебном жюри в новой редакции. Предусмотрено введение практики оценки профессиональной деятельности по итогам первого года работы и каждые последующие пять лет, а также оплачиваем годичные разжировки судей, кандидатов в судьи. Существенно повышен требования к действующим судьям. Введена процедура оценки профессиональной деятельности. Разработан новый этический кодекс, о чем сказал сегодня Масубек Тургомбечев. Завершена процедура согласования с судейским сообществом. 22 февраля проект обсужден и одобрен заседании Международного совета при Верховном суде. Проект, как уже было сказано, получил положительную оценку Венецианской комиссии. Внедрение аудио-видеофиксации судебных процессов тоже предусмотрено шагом 20 плана нации. Внедрены передовые IT-технологии, что способствует мобильности, прозрачности правосудия и минимизирует коррупциогенное судопроизводство. На интернет-ресурсе реализован сервис судебный кабинет, что позволяет лицам, не выходя из дома или из офиса, подать судебное заявление. Количество подаваемых в суды документов в электронном виде показывает ежегодный его рост. За 10 месяцев текущего года в таком формате подано 625 191 документ в том числе более 500 тысяч исковых заявлений, 3, более 13 тысяч апелляционных жалоб, 2, 2, 2, 2 судебных актов в кассовом порядке. Информационная система Турлик, объединившая сервис Верховного суда для выполнения трех задач, эффективно организовывает работу судей, обличить и упростит гражданам судебную защиту своих прав и свобод, контроль и исключение человеческого фактора и непроцессуальных контактов при отправлении правосудия. Форум Талдау содержит 953 обобщений по всем категориям гражданских, административных и уголовных дел. Он доступен для всех судей и граждан через интернет-портал Верховного суда. На форуме представлена возможность комментировать судебные практики. Данная мера направлена на системное обеспечение единобрать судебной практики и ее совершенствование. Успешно функционирует электронный сервис судебная повестка, ознакомление судебными документами, просмотр судебных документов к извещениям. Эффективно работают электронные извещения участников судопроизводства. За 10 месяцев текущего года направлено 1 миллион 394 701 СМС-сообщение более полтора миллионам абонентам сотовой связи. В настоящее время все 1396 залов судебных заседаний оборудованы современными системами АВФ, Ведем учет применения АВФ по назначенным процессам. Данный учет позволяет выявить свое время с начала судебного процесса, что дисциплинирует участников процесса. При этом исключена утеря записи или ее корректировка. Все материалы АВФ находятся, хранятся на внешних датах в центрах. Сегодня судебная система интегрирована с информационными системами других госорганов гос с тем, чтобы обеспечить оперативный доступ к базе данных госорганов и организации. Шаг 21. Применение, расширение применения института присяжных. Расширенность сфера применения суда и присяжных посредством установления возможностей рассмотрения дел по следующим составам преступления. О похищении людей, совершенных преступной группой, либо с целью эксплуатации похищенного, либо повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. Торговля людьми, совершенной преступной группой, либо повлекшей по неосторожности смерть потерпевшей, либо иные тяжкие последствия. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Торговля несовершеннолетними, совершенной преступной группой, либо повлекшей по неосторожности смерть потерпевшей, либо иные тяжкие последствия. За 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17% увеличилось количество уголовного дела, рассмотренных с участием присяжных заседателей. Проведена работа, по усилению взаим... Проведена работа по усилению взаимодействия с местными исполнительными органами по вопросам формирования списков кандидатов присяжных заседателей судами республики. Обеспечение баланса между обвинениями и защитой суда. Шаг 22. 31 октября 2015 года приняты поправки в уголовно-процессуальный кодекс предусматривающих дополнительное санкционирование четырех процессуальных действий, осмотра, обыска и выемки личного обыска. При этом напомню, что до указанных поправок под действующим законодательством полномочия следственного судьи входило. Санкционированное содержание под стразой, домашнего ареста и экстрадиционного ареста и их продления. санкционирование временным отстранением должности, наложение ареста на имущество, эксгумация трупа за на приближение, применение залога, объявление международного розыска подозреваемого, обвиняемого и других. За 10 месяцев 2016 года следственными судьями рассмотрено 48 514 материалов. Создание отдельного судопроизводства по инвестиционным спорам «Шаг-23». Благоприятный инвестиционный климат является одним из приоритетов работы судебной системы, в связи с чем Верховным судом принимаются комплексные меры по эффективной судебной защите инвесторов. С 1 января 2016 года действуют специализированные суды по рассмотрению инвестиционных споров, которые рассматривают судьи города Стана и специализированные коллеги Верховного суда. За 10 месяцев 2016 года Верховный суд поступил 21 заявление по инвестиционным спорам с участием крупных инвесторов для рассмотрения по правилам суда первой инстанции. Принятый закон направлен на развитие судебной специализации, в улучшении качества работы дел по инвестиционным спорам процессуальным законом значительно упрощен порядок обжалований по таким делам для крупных инвесторов кассационной инстанции при Верховном суде, Верху, Верховном суде, а для остальных инвесторов, инвесторов апелляционной кассационной инстанции в Верховном суде. Создание международного арбитражного суда в городе Стана, шаг 24. На базе центра будет создан финансовый суд э, с особым статусом, основан на принципах английского права. Его особенность судопроизводства ведется, будет вестись на английском языке. Суд не входит в судебную систему Казахстана, будет иметь свой собственный коммерческий арбитраж. Для подготовки кадров по программе «Балашак» рекомендовано судьи специалисты, владеющие английским языком. Совместно с правовым обществом в Англии и Уэльсе подготовлена программа их стажировки в Великобритании. Создание Международного совета при Верховном суде. Шаг 25. Для внедрения передовых международных стандартов создан Международный совет при Верховном суде. Совет, являясь консультативным совещательным органом, состоит из 12 членов опытных судей, Верховного суда иностранных судей из ФРГ Великобритании и судов Дубайского международного финансового центра, а также авторитетных казахстанских зарубежных юристов и ученых. Законодательно закреплено право Верховного суда запрашивать заключение Совета при рассмотрении институционных споров. В настоящее время членами Совета даны четыре заключения. Сокращение участия прокурора в суде по гражданско-правовым спорам. Шаг 22. Но новым процессуальным кодексом минимизировано участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Обязательное участие прокурора предусмотрено по делам, где затрагиваются непосредственно интересы государства, в отношении граждан, не имеющих возможности самостоятельно себя защитить, и третье, когда требуется защита общественных интересов широкой круга лиц. Это либо массовое увольнение, либо невыплаты заработной платы. За 10 месяцев 2016 года всегда, всего суда на первой инстанции участием прокурора осмотрено 46 тысяч два дела или 13%, что на 30% в абсолютных цифрах меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Практическая реализация судебной реформы в рамках плана нации положительно сказывается на правовой защищенности граждан, упрощение доступа к правосудию и инвестиционном климате нашей страны. Квалифицированность судейского корпуса, прозрачность и доступность суда является немаловажным фактором для повышения привлекательности инвестиционного климата страны. Благодарю за внимание. Спасибо вам. Кроме тертестер, Бусурах Торбель С уважаемые коллеги, мы переходим к блоку вопросов у нас на очереди Казанформ. Пожалуйста, первый вопрос. Добрый день, Гульмира Сарбасова, Казинформ. Известно, что заработала судопроизводство по инвестпроектам. Скажите, пожалуйста, сколько дел рассмотрено и назовите наиболее интересные дела? Я уже э, привел в своем выступлении значит, с, с, с от момента образования Конституционной коллегии э, о, коллегии по рассмотрению инвестиционного спора в Верховном всего поступ, поступило 21 заявление, но из них по существу рассмотрено два заявления. Это инвесторы с участием крупных инвесторов. Сторону назвать, да? Сторону я сейчас назвать затрудняюсь, поскольку э, это бы Инвестор у нас с Западного Уральска, если я не ошибаюсь. Дело бы рассмотрено в пользу, решено было в пользу инвестора, который обратился с заявлением о оспаривании уведомления налогового органа. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Экспресс-ка готовится Казахское радио. Газета Экспресс К. Вот каков на сегодняшний день процент оправдательных приговоров? Вот недавно поднимался вопрос, о том, что низкий вот показатель. Спасибо за вопрос. Да. Во-первых, хочу сказать, что оправдать, осуждать ⁇ это не самоцель судебных органов. Главный вопрос ⁇ правильно отправлять правосудие. При доказанности виновности лица, лицо должен быть осужден. Из-за винов... совершенного преступления он должен быть наказан. Если будет установлено, что процессе отправления в правосудие его виновность не доказывается, либо будет установлено, что он не совершил данный вид преступления, то он подлежит оправданию. Поэтому по количеству оправданных и осужденных невозможно давать оценку судебной системе. Это в некоторой степени такой, как сказать, процентный подход к существу дела. Иногда являет, приносит большой урон один факт незаконного осуждения либо один факт незаконного оправдания. Поэтому задача суда обеспечить правильное отправление правосудия. Да, количество оправдательных приговоров в общей массе рассмотренных уголовных дел оно не составляет в процентном отношении большое количество. Но вместе с тем оправдательный приговор есть. Так? Есть оправдательный приговор на в частности, в основном по делам частного обвинения. Наши граждане очень часто стали защищать свои права через суд путем предъявления частного обвинения. Это вопросы касаются клеветы и оскорбления. И в основном есть случаи, когда ошибочное суждение конкретного лица воспринимается как клевета. Тогда, когда лицо имеет ошибочное восприятие фактов. А клевета, она умышленное преступление. Да? Следовательно, должно, должен быть установлен умысл лица, заявивший о том или ином факте, который в последующем не нашло свое подтверждение. Поэтому в основном сегодня приличное количество дел оправдывается по делам частного обвинения. А по, там, по тем делам, которые идут с органов уголовного преследования, предварительного расследования, дознания, там это количество таких дел, я бы не сказал, что оно представляет большой объем. Либо и органы следствия, дознания, органы, надзирающие за следствием прокуратура, отслеживают, чтобы незаконно человек не был привлечен к уголовной ответственности. И поэтому количество уголовных таких дел у нас незначительно. Спасибо. Спасибо вам. Следующий вопрос. Казахское радио готовится к Казанформу. Батагоза Спанова, Казахское радио, Галмжан Жарт Косынович, в своей речи вы отметили, что при Акиматах созданы медиацентры. Скажите, пожалуйста, кто может туда обратиться, кто выступает в качестве медиаторов и кто их обучает. Дальше, в начале речи мы услышали, что действующий кодекс, который был принят в 2009 году, требует корректировки. Не могли бы вы уточнить, конкретизировать, что именно будет изменено? Спасибо. Ну, на первый вопрос, наверное, я отвечу. Значит, как я уже отметил в своем выступлении, у нас подписаны меморандумы со всеми акиматами областей, областными судами. И во всех акиматах открыты кабинеты медиации. Во всех районных, в областных. Значит, услуга по оказанию медиации, она предоставляется бесплатная, Так, сведения значит, жителей. И к медиации, к медиатору можно обратиться любой желающий. В случае возникновения как в конкретно конфликтной ситуации, не доводя дело до суда, он может обратиться к медиатору, и медиатор уже, применяя, сказать, медиативные процедуры, он может этот спор урегулировать миром. Вообще институт медиации имеет огромный потенциал. Я, это институт для нас он не нов, он существовал до определенного времени у нас в Великой степи. Это фактически возрождение института судобеев. Основная задача, я всегда считал и буду считать, что самым оптимальным разрешением спора, любого спора является заключение мирового соглашения, когда стороны придут к к миру пойдут друг другу на уступки, к компромиссу. А это, это фактически таким образом разрешает спор, снижается конфликтность в обществе. И это самый наиболее оптимальный вариант разрешения спора. Поэтому сегодня эти кабинеты они функционируют и готовы принять любого желающего, который считает, что его спор может быть разрешен в порядке медиа медиации. В качестве медиатора у нас, у нас следует отметить, что закон о медиации предусматривает два. Вида медиаторов, Это профессиональный медиатор, который осуществляет деятельность на соответствии значит, с полученным сертификатом у медиатора. Там есть определенные полиционные требования, он должен быть не имея судимости, он должен быть дееспособным, не должен быть привлечь привлекаться к уголовной ответственности и не иметь судимости. И сдать успешно, значит, получить сертификат на занятие медиацией. И непрофессиональные медиаторы ⁇ это лица, которые ведут свою деятельность, их формируют значит, местные исполнительные органы. Это люди тоже, к ним определенные критерии для их отбора есть. Это то же тоже самое. Вы должны быть дееспособными, иметь безупречную репутацию и не быть судимыми. Судимость у них должна быть. Если я есть, она должна быть погашена. Они могут к ним обратиться, и эти люди проведут с конфликтующими сторонами медиативную процедуру я добавлю, значит, сначала несколько слов о медиации. По закону о медиации, который был принят в 2010 году, если я не ошибаюсь, медиаторы делятся на то, что сказано было, на профессиональных, непрофессиональных. Профессиональная медиация необходима там, где нужны серьезные познания в области науки и техники, в области финансовых инструментов, где простой человек не может, не имея специализацию по этой тематике, не может разобраться. Поэтому профессиональная медиация, она создается при торговых палатах, где в профессиональных организациях. И при том непрофессиональные, они создаются на бесплатной основе. Профессиональный может платный быть. Теперь, э, что такое медиация? Это институт гражданского общества. По идее, изначально по закону он к правосудию никакого отношения не имеет. Но задача правосудия обеспечить в обществе э, стабильность приводить к компромиссу, призвать людей к взаимному согласию. И поэтому создаются мы поддерживаем, суды поддерживают, кроме судебного порядка разрешения конфликтов и споров, в несудебный порядок. Вот это, это, это есть и есть институт несудебного порядка разрешения конфликтов. В частности... Там же созданы иные органы, кроме судов. Есть арбитражный порядок, коммерческий арбитраж, разрешение споров. Есть третейское разбирательство и в том числе вот медиация. По идее, медиаторы не прибегают к услугам государства. Они, их медиатор приводит граждан к взаимному согласию. Где другая сторона, другая сторона подписывает единый документ. Никто его не должен подтверждать. Да? Но с учетом того, что с момента принятия закона о медиации этот институт слабо продвигался, суд взял себе инициативу в определенной степени подталкивать этот процесс, что люди имели возможность раз... пользоваться альтернативным способом порядка разрешения конфликтов. Это первый момент. Второй момент. Кроме Акимов мы заключали на местах, соответствующие меморандумы э, органами Ассамблеи народов Казахстана. И там созданы институты-медиаторы. Медиаторы. Также э, мы сегодня ставим вопрос, чтобы при каждом сельском округе, куда рука, допустим, адвокатов не всегда доходит, медиаторы могли мер, мелкие бытовые конфликты э, заглаживать э, по взаимному согласию. Поэтому этот институт имеет большую перспективу, она и в мире пользуется. Теперь относительно какие существенные изменения имеют место в Новом кодексе, как я сказал, мы, мы стали полноценными членами Международной ассамблеи, ассоциации судей. Как я говорил, в пространстве в постсоветском пространстве членами этой ассоциации являются несколько государств. По крайней мере, в Средней Азии мы являемся единственными. И все наши ближайшие соседы по, по Советскому Союзу, значит, они не являются членами. Это означает, что международное судейское сообщество признает определенной степени состояние правосудия в Республике Казахстан. И мы, будучи полноценными членами, приняли за основу основной документ «Бангалорские принципы правил поведения судей». Правил поведения судей нахватывает в первую очередь, в процессе отправления правосудия, как должен судья себя вести в последующем вне процесса обыденной жизни быту в общественных местах И вот эти ограничения там заложены в частности есть такие позиции судья не должен проявлять свои религиозные убеждения пропагандировать его или там подвергать критику критике людей другой, другого религиозного убеждения то есть он не должен допускать что э, свобода совести э, она, э, находится под чем-то либо сомнением. У каждого человека конституционное право. Она должна быть обеспечена. Поэтому суде рекомендуется в этих вопросах быть сдержанным. Есть значит, отдельные э, лица, которые могут себе позволить критиковать действующие законы суде тоже оговорено, в кодексе эти, судейских этик оговорено, что судьям не, не имеет права огульно критиковать, где, где попало действующие законы. Да, он может обсуждать конструктивным предложением о совершенствовании законодательства. Говорить таких, имеется в виду, профессиональном кругу отдельные позиции закона с точки зрения соответствия его теории тенденциям современным и так далее. Но вместе с тем, значит, он, не будучи за, по Конституции, он запрещается, что судья был членом какой-либо партии или либо профсоюзов. Он не имеет права выражать свою позицию значит, по политическим позициям той или иной партии. То есть судья от этих моментов должен абстрагироваться. Он должен быть внутренне готовым к защите от внешнего проявления. Почему? Потому что его деятельность связана с разрешением споров, с рассмотрением обвинения, да, установлением истины и определением по уголовным делам, допустим, наказания. Поэтому судья, суде по Конституции дано, исключительно только суде дано право отправлять правосудие. И, следовательно, он должен в процессе отправления правосудия и до отправления правосудия не должен давать повода для того, чтобы кто-либо сомневался в его беспристрастности. Вот эти элементы как раз в новом кодексе нашли свое отражение. В частности, наверное, журналистам известно, судьи не имеет права повсеместно комментировать принятые решения. Мы не говорим о принятых решениях не потому, что нам нечего говорить. Просто этика поведения судей не позволяет нам по принятому решению высказываться. Хотя иногда и особенно в электронных носителях, допустим, сегодня в интернет-ресурсах, в социальных сетях, высказываются такие огульные, легковесные суждения по конкретным делам. Хотя человек, который говорит об этом, он в руках это дело не держал. Он не принимал участие в рассмотрении этого дела. Он просто, пользуясь слухом, раздувает необоснованно вот эти факты. Да? Вместе с тем, я не знаю, значит, по крайней мере, меня учили, что прежде чем говорить о предмете, надо освоить этот предмет, изучить его, досконально разобраться, только после этого можно говорить об этом предмете. А у нас в современных условиях, пользуясь Некоторые своими возможностями, некоторые блогеры Огульно начинают говорить о таких вещах, о которых не следовало бы говорить Потому что это может повлиять и, в конце концов, в целом и судьбе Повредить, навредить конкретному человеку Потому что в каждом деле есть две стороны По уголовному делу есть сторона обвинения, да обвиняемый, лицо, совершившее преступление, и стороны, по, сторона потерпевшая. По гражданским делам есть лицо, которое предъявил требования, и лицо, которое не признает эти требования. Поэтому в таких тонкостях э, должен быть определенный профессионализм. Времена, когда мы говорили, что каждый кухарка может править государством, прошли, наступили время, время Вы знаете, э, человеческий опыт знает аристократию, подбор кадров через среди аристократии, знает подбор кадров путем демократии. Да? В настоящее время главой государства объявлен этап, когда судейский, не только судейский, вообще государственный аппарат должен формироваться на принципах меритократии, то есть на, на принципах профессионализма. Поэтому не каждый человек может быть профессионалом по всем направлениям человеческой деятельности. И тогда, когда обсуждается вопрос иного характера, надо быть очень внимательным, да? глубоко изучать предмет. Если, если этот вопрос касается дела, сегодня судебные органы открыты, можно прийти, изучить дело, посмотреть записи судебного процесса. Только после этого можно сделать какие-либо выводы. выводы, можно писать свои суждение. Вот эти моменты как раз и находят взаимоотношения с прессой, с другими общественностью. Другими моменты нашли свое отражение в новом проекте кодекса судейской этики. Если прошлый кодекс состоял из 9 статей, действует, уж новый предлагаемый кодекс будет состоять из 15 статей пока. Но на съезде могут быть еще дополнены, да? потому что в съезд придут люди с своими мнениями, предложениями. Спасибо. Спасибо вам. Следующий вопрос. Казнформ, Бенюс готовится. Лаура Монтаева, Казнформ. У меня вопрос к Мусабеку Тургумбековичу. Мусабек Тургумбекович, вот вы сказали да, в своих словах, что этика судьи, она как бы предусматривает сдержанность и немногословность судьи в профессиональном плане. И вот как отражается это в психологическом плане, в плане здоровья, может быть, психологического? Спасибо. Если вы имеете в виду, как отражается профессиональная деятельность, поведение в последующей жизни человека, судей, то мы все знаем, что профессия в определенной степени влияет на формирование личности. Судьи должны больше слушать, чем говорить в процессе. Он должен внутренне, абстрактно анализировать. Есть правила, формула формальной логики, простой формальной логики, которая говорит, что живое созерцание... Абстрактное мышление, которое состоит из анализа и синтеза и умозаключения. Да, судья должен руководствоваться хотя бы этими формулами формальной логики. Он должен все слушать, воспринимать, анализировать, анализировать раскладывать по полочкам, по кусочкам, потом, что необходимо, что имеет юридическое значение из всего из всей информации, должен синтезировать и сделать правильного умозаключения. Вот задача судьи. Да? При этом он не должен смотреть на сторону. Он не должен, допустим, угожда... пытаться угождать кому-либо. Если он начинает угождать кому-либо, если он пытается, значит, прислушиваться к, какие... допустим, общественному мнению или суждениям каких-то авторитетов, тогда он потеряет свою беспристрастность. Вот чем отлич... чем отличается судья от остальных участников процесса? Поэтому в судебном процессе есть сторона обвинения, сторона защиты. Они тоже, каждый считает, что они правы. Но вместе с тем судья не обязан с ними соглашаться, с каждым. Он должен соглашаться с тем, что законно. И принимать, выразить свое решение в судебном акте, свою позицию. И, э, как говорят казахи, «Тура беде туган жок, туганды беде иман и, следовательно, судья должен всегда вести себя, руководствуясь этими народными принципами. И, оно, естественно, вот таки, такая сдержанность откладывается. Вы не думаете, что судьи просто подписали приговор, огласили его спокойно, на этом забыли. Ничего подобного. Каждое решение, каждый приговор мы пропускаем через сердце. У нас нет основания сомневаться в ком-либо, что он непорядочный. Так? Каждый в своей специальности пытается достичь совершенства. И судьи точно так же пытаются достичь совершенства в своей деятельности. Они хотят, чтобы его решения, которое он принимал, признавались как законными. Но, к сожалению... Не всегда так получается, потому что судьи тоже люди, они тоже спотыкаются. Я не видел ни одной судебной системы, ни одного государства, которое мог сказать, у нас судебная система совершенная. Совершенство это абсолют, это категория абсолютная. Да? Еще Амархаям говорил, что значит. Что Всемогущий Творец наших тел подарить бессмертие нам не захотел. Если мы совершенные, зачем умираем, если несовершенные, кто же брак Человек тоже несовершенное существо. У него тоже масса, так сказать, ошибок в своей жизни. И, к сожалению, в отдельных случаях судьи при отправлении правосудия допускают ошибки. Но система контроля, ревизии судебных актов Порядок апелляционного обжалования, порядок кассационного обжалования, порядок опротестовывания судебных актов, оно позволяет исправить эти ошибки в последующих инстанций. Если мы не пришли даже на высшем уровне к какому-то знаменателю, то дело направляется на новое рассмотрение. Оно заново рассматривается. Система так построена, он минимизирует, по крайней мере, возможность ошибок. Мы, журналисты, в этом плане, как образованные представители общества, должны систему поддерживать. Потому что если мы не будем проявлять уважение к закону, а греки говорили древние, что судья ⁇ это говорящий закон, то не будем прививать уважение к праву, тогда общество неизвестно, куда повернет. Поэтому всегда нужно уважать закон. Немцы, допустим, немецкие, есть пословица такая, еще от тех времен, мы же говорим, же немецкое правосудие сегодня одно из таких высококачественных систем правосудия. Они говорят, когда человек попадает в море в шторме, так да, корабле в шторме, и когда он находится в суде, он должен надеяться на Бога. Это не означает, что суду нельзя верить. Это означает, что значит, судья решает судьбу, и этому, этой позиции нужно подчиняться. А в случае несогласия в установленном порядке его надо обжаловать, вы считаете, что судебные инстанции, которые исправляют эти ошибки, если допущены они. Спасибо. Uh -huh. Спасибо вам. Пожалуйста, следующий вопрос, Убиус. Матка Лебиньюс. Вот мы заговорили да, о сдержанности, о психологическом состоянии судей. И а, исходя из этого, хотелось бы задать вопрос: ведь работа судей это очень напряженная, и на суде идет напряженная работа, и на суде идет достаточно большое психологическое давление, психологическая нагрузка. Поэтому хотелось бы узнать, с судьями работают психологи? Спасибо. Честно говоря, я вот в своей бытности э, судьей, начиная с первой инстанции районного суда, 30 лет своей жизни посвятил судебной работе. Э, э, я не видел ни одного судью, э, который имел возможность прибегать к услугам пси психолога. Почему? Потому что, во-первых, э, та нагрузка, которая накладывается э, судье, она не, не дает ему этого времени. Да? Просто нету на это времени. Да? Я иногда думаю, некоторые судебные ошибки допускаются только из-за того, что идет большая нагрузка, да? просто не успевает такие моменты. Но сегодня сегодня Верховный суд и страна занимается облегчением, по крайней мере, процедурных вопросах деятельности судей. В частности, если раньше мы вели протокол судебных заседаний, нынче это идет аудио-видеофиксация всего процесса. Сегодняшняя технология где-то позволяет, вот компьютерная система позволяет быстрее оформить судебные акты. Вот такие моменты немного облегчают деятельность судей. Ну, ну, Бывают случаи, когда после ухода в отставку или на пенсию судья прибегает к услугам психиатра. А вот в процессе деятельности, Такого факта, чтобы психолога он призывал, приглашал к себе, чтобы он с ним работал, такого нет. Но психологов мы приглашаем в судебный процесс для того, чтобы понять, да, с точки зрения, допустим, психолога, поведение несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего. Иногда бывает не подсудимый, подсудимым, что некоторые нормы уголовного кодекса позволяют привлечь к ответственности несовершеннолетних с возраста 14-18 лет. И тогда для того, чтобы понять психологию этого тела, мы приглашаем специалистов, чтобы они на, нам дали определенную консультацию, послушали и дали оценку поведению. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом мы вынуждены завершить нашу пресс-конференцию в связи с ограниченностью по времени. Всем большое спасибо за участие. Круме Тахунахтар Мслаг, Диналам Злакелип, хтолог аппарат Перганиншин. Аллах, Рахмет.